токарь Иван Дмитриевич Ферапонтов известен в Новосибирске и как изобретатель. Мы познакомим вас с одной из его наиболее интересных работ. В основу конструкции универсальной машины для сельского хозяйства изобретатель положил принцип действия человеческих рук. Легко сменяемые захваты позволяют машине работать с любыми грузами. Изобретение токаря Ферапонтова было удостоено премии на всероссийском конкурсе. Будем надеяться, что новосибирцы в самое ближайшее время воплотят в жизнь изобретение своего земляка.